and it was electric. It was spiritual, as corny as that sounds. The first day I met him, it was in the morning. He just laid up to me, put his head on my lap. And that's what happened. Я с детства знал, что буду дрессировать собак. Скажи, я себя не видела вообще ни в чем больше. Я знал, что буду работать в цирке. Что я увлеченный человек, и я живу вот цирком, я вся в работе. По-моему, меня от моей карьеры просто невозможно.